Ничего себе! Я в шоке. Я тоже. Ничего себе! Ну-ка покажи его со всех сторон. Невероятно. Сколько золота валяется кругом здесь. Я в это даже не могу поверить. Еще посмотри. Похоже, возле корней собирается. Деревья, когда поднимаются, они вытаскивают самородки. Что-нибудь нашла? Убери его в карман, чтобы не потеряла такую прелесть. Идем собирать. Я говорил, Сережа не обманул. Здесь золото просто валяется. Что? Что? Золото. Золотишечко. Покажи. Ничего себе, куски какие. Я не могу в это поверить. Дальше. Что? Золото. Опять? Угу. Покажи все. Смотрите, какие здесь самородки. Невероятно просто. Мы просто их поднимаем. Это супер клондайк. Невероятно просто. Оказывается, здесь золото можно собирать руками. В это трудно поверить, но сколько золота много под ногами лежит. Смотрите, ничего себе, покажи их со всех сторон. Невероятно, смотрите, какие самородки. И мы это нашли за полчаса поисков. Вот это да, смотрите, как довольная. Какие богатства. Давай, давай собираем дальше, ищем. Это супер клондайк. Посмотри, камушки, может, тут где еще лежит, мало ли. Нет. Нету? Мурлёна? Невероятные богатства. Вот здесь много камней, посмотри. Здесь могут быть даже изумруды. Все можно. Изумруд. Что, и правда, что ли? Да? Ну-ка. Ничего себе, вы только взгляньте. Я только сказал, это даже не так просто так совпадение. Вы только взгляньте, какой изумруд. Это просто шок, ну-ка. Изумруд какой нашла. Вы только взгляньте. Это просто шок. Я не могу в это поверить. Просто не могу поверить. Сколько золотишечков кругом. Да? Это просто вообще супер клондайк. Супер клондайк. Мы продолжаем собирать, искать. Здесь много камней. Возможно, и золото где-то есть. Да. Смотри, что-нибудь видишь? Нет, пока нет. Ой. Много камней, трудно разобраться. Да. Где? Очень трудно. Что может быть? Ух ты, я, кажется, что-то вижу. Что? Невероятно. Обалденно. Это круто. Вот тоже. Что, нашла? Да. Ничего себе. Вы только взгляньте. Дай посмотреть. Довольная? Да. Какие куски? И вот маленькие.
Ого, какие куски золота находим. Да. Здесь кругом золото. Покажи еще те куски, которые мы нашли уже. Сколько ты уже не собрала? Не знаю, 6-5 где-то так. Полкилограмма, наверное? Ага. Сможешь себе купить шоколадки. Вот, четвертка. Ничего себе. Четвертка. Я не могу в это поверить, она богатеет просто на глазах. Пятый. Еще и изумруд нашла, который стоит полмиллиона. Да. Изумруд. Сейчас вот шестой. А, нет, яблочко. Ага. Конфет серебряные. Много. Смотрите, сколько золота. Я в это не могу поверить. Здесь везде золото. Мы сейчас еще килограмм насобираем. Килограмм. Ничего себе. Я в шоке. Я в шоке. Вот это золото. 6 золотишек. Да. И изумруд. Ничего себе. Вы только взгляньте на эти богатства. Посмотрите, как довольна. Так мы богатеем. Богатеем? Идем сюда. Тут, возможно, еще лежит золото. Оно тут везде разбросано, везде. Вот пошевели камень. Мало ли, вот здесь камень. Пошевели. Это? Да. Нету? Главное шевелить камни, и золото попадается. Ну как, сколько миллионов заработало? Дай посмотреть на эти богатства еще раз. Если 6 золотишечек, тогда 6 миллионов. Смотрите, целая рука золота, видите? А еще драгоценные камни, изумруды. И это все Алена, мисс маленькая Мурлена, собрала. А? Сколько золота кругом, одно золото. Только успеваем собирать. Чё? Сколько денег у тебя? Не идет? Угу. Ой, богатая, одно золото. Может, я... вот в этих листьях есть золото? Все может быть. Золотое дерево. Есть канал, называется «Все может быть». И в листьях, и, все и в какашках может быть золото. Все может быть, да? Да. Это же твой канал. Нет. Смотри, ничего себе, какая довольная. Ну где еще золото? Поднимай. Давай, давай. Нету? Нету?